Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал «Мы в Испании». Для вас вновь Татьяна Алексей. Сегодня мы находимся в Испании, на побережье Коста-Бланка, в провинции Аликанте. Сегодня 20 мая 2022 года. Тема сегодняшнего нашего ролика у нас будет очень интересная. Многие все время нас спрашивают, сколько стоит жизнь в Испании. Тема нашего ролика будет «Сколько стоит жизнь в Испании». Частый вопрос на вашем канале, и мы стараемся все это дело вам рассказывать. Цены, магазины, автомобили, бензин и многие-многие другие аспекты показываем в этой теме. А сегодня мы пришли в прачечную и будем вам показывать, сколько стоит стирка в Испании, как постирать, сколько это стоит, какие есть здесь функции еще. Итак, давайте начнем. Мы взяли дома крупные вещи, которые необходимо постирать. Итак, давайте приступим, давайте вместе с вами постираем сегодня. Итак, мы находимся в прачечной. Посмотрите, пожалуйста, здесь указаны все функции, которые здесь можно. То есть здесь можно и постирать, и посушить. Лавадора 8 килограмм 4,95, то есть стирка. 14 килограмм белья 7,95. Сушилка 30 минут 3 евро 45. 45 центов. Сейчас Алексей пошел на заправку взять жетоны, купить жетоны на газолинере. Вот как написано, шаг первый он делает. Потом мы будем загружать уже стирку. Дальше машину закроем, выберем программу, опустим жетон, нажмем старт. Ну и будем стирать. Также можно сайт посмотреть вот здесь. Здесь вот такие машины. Можно загрузить и, соответственно, ну, пойти погулять куда-то, не обязательно сидеть около этой машины, ждать окончания стирки. Сейчас мы все это проделаем, купит Алексей жетоны, и мы вам покажем. Дальше мы будем секадорас, это сушильные машины. То же самое нужно на газолинере, на заправке, купить жетончик, сложить вещи, закрыть дверку, опустить жетон и выбрать градусы 40, 60 или 80 и сушить вот в этих вот сушильных машинах. Когда это удобно? Это удобно, если вещи большие, а также это удобно, если, в принципе, негде дома сушить. Идет Алексей с жетонами. Привет. Счастливый Алексей идет с жетонами. Ну что, друзья, я приобрел на заправке такие два жетончика. Покажи нам, пожалуйста. Такие два жетончика. Ну, есть денежные. В этом месте нужно приобретать жетоны, которыми мы сейчас воспользуемся. Делаем шаг первый. Покупаем жетон. Сделали. Теперь загружаем свои вещи вот в эту машину. У нас 8 килограмм или 14? Я сделал 14, потому что у нас большие одеяла. Да, у нас большие одеяла. Невозможно. Еще есть пляжный такой. Угу. Мы это сейчас все загрузим. Специально показываем вам, друзья, те, кто не знает, как это делать, допустим. Ну, люди в Европе, конечно, все знают, кто живет в Европе, в Германии, в Финляндии. Всем это все известно. Да и у нас уже есть такие стирки. Ну, у нас, говорю. Ну, это у тех, кто... Я думаю, что да. Давай попробуем вместе постираем. Так. Специально показываю вам одним кадром, потому что... Так, теперь забыл, какой куда. Это около лавандерии, по-моему. Так, тут еще разные жетоны, да? Так, здесь нужно, значит... Следующее, закрыли машину, закрыть, выбрать программу. А какая у нас программа? Ну, я думаю, нам 60 градусов надо постирать это. Потому что эти одеяла можно стирать при 60 градусах. Программа номер 2. В каждой машине сверху вот здесь есть такой лючок, куда надо засыпать либо таблетки, либо засыпать какие-то моющие средства. Опускаем жетон и нажимаем старт. Но некоторые такие места, как мы читали, есть уже с моющими средствами, которые не надо засыпать, а они уже туда входят. Друзья, обратите внимание, вот в этой прачечной запрещено стирать подушки для сна, которые и подушки декоративные. Вот эта вот надпись, это, собственно говоря, и гласит. Мы хотели еще подушки постирать, ну ладно. И в данном случае, еще раз хочу сказать, что нам нужно было моющее средство. Есть прачечные, где это уже там есть.
30 минут будет длиться стирка, можно выйти погулять, то есть заняться своими делами. Мы вышли, соответственно. Ну и цены, они везде разные, в зависимости от вашего региона. Есть где-то дешевле, где-то подороже. У нас тут не самая дешевая оказалась мойка. Мы вам показывали даже цены в Бенедорме. Смотрите видео прогулки по Бенедорму. И моющие средства тоже где-то оборудованы уже моющими средствами, которые вам не надо с собой возить, засыпать, заливать. А где-то, вот как здесь, нужно самостоятельно. Ну, а сейчас у нас есть как раз минут 30 помыть машину, протереть и снова подъехать. Все, дальше посмотрите видео, будем сушить в сушильной машине, кому просто интересно, как здесь все это функционирует и в каком виде вещи, собственно говоря, мы вынимаем, все ли у нас там хорошо, хорошо ли отстирывает, хорошего ли качества сушка. Все расскажем вам, смотрите дальше наше видео. Практически, друзья, и все, наши вещи постирались. Думаю, что все нормально. Чистенькие, беленькие. Краешек вам покажу. Вот, сейчас посмотрим, можно ли их сушить в сушилке, наши одеяла. В принципе, все отбелилось, очистилось. Так, ну и теперь мы закидываем в сушилку и будем сушить. Проверили, сушить можно в сушильном шкафу. Вот она такая большая. Так, ну все, включаем, друзья, сушилку. Вот сюда опускаем жетончик. Попасть надо. Не все так просто. Жетон такой еще, знаете, с насечками, посмотрите. То есть надо четко-четко. Жетон от стирки не подойдет, короче говоря, к жетону от сушильного. От сушильной машины. Выбираем 80. И машина начинает сохнуть. Все, через некоторое время, через 30 минут, можно прийти и забрать свои сухие вещи, да? Да, проверить. Все, теперь мы можем идти погулять. Ну что ж, друзья, надеемся, что это видео было вам интересно и полезно. Вот так вот работает прачечная в Испании. Мы вам показали цены, показали, как весь этот процесс устроен. Все, увидимся вновь в следующих наших роликах. Всем удачи, добра, пока-пока.